У нас тоже. Сделал братца, поедем в маске купим. Сейчас нету. Ну салфетки же у них есть. Но салфетки влажные есть, они заменяют как маски. И что, ничего не заменяют? Заменяют. Представить на самом деле. Выходим. Не задерживайте другой народ. Оставьте ребят в покое. Вы что делаете-то? Работаем. Вы что делаете? Работаем. Это не работа. Мы работаем. Мы на работу едем. Постановление кабинета министра. Мы сейчас зайдем в аптеку, купим. Вы не имеете права так говорить. Вы что делаете? За что? За что? За оказание сопротивления. Какое сопротивление? Не мешайте. Вас не трогают, сидите спокойно. Нет, мы я вообще свой телефон засниму. Снимайте. Снимайте. Выходим? Нет, мы не выйдем. Выйдем. На работу не выйдем. Вы не имеете права. Что это такое? Вы что делаете-то? Вы что делаете-то, блядь? Вы что делаете? Отойдите. Меня. Отойдите, не трогайте меня. Отойдите меня. Вы что делаете? Берите руки от меня, я вам еще раз говорю. Это что это такое? Зачем вы так делаете? Ну, товарищи, ну, они тоже на работу едут, мальчишки. Ну, как вы что, а? Ребят, ну отпустите. Ну зачем уж вы так делаете-то, а? У вас что, блин? Ну что? Ну зачем вы так делаете, а? Ну что делаете? Отпустите. Ну вы что делаете, ребята? Вас на видео снимают. Потом в интернете покажут. Покажут. Зачем вы так делаете? Ваша фамилия, скажи. Я выйду, не надо меня трогать, я выйду. Будь преступник, как будто он убил, что ли, того, а? Отойдите, говорю. Вы что, тварь? На работу еду. Ребят, вы на работу едете. Ну, мальчишки, на работе едут. Ваша фамилия, ты не такие, ты такие. Спокойно, выйти на работу. Да, попалился. Город Волжск.